Итак, Viewers Misto, сегодня посмотрим на модельку Gehlig Brabus B63 White Star, не помню какого года. Вот. А год имеет значение, потому что в зависимости от года они имели разные дизайны. Я уже купил другой Gehlig другого года, который имеет прилично другой дизайн. Прилично. Вот. Это одна из самых лучших моделек моей коллекции. Не так давно я ее купил. Вот. Может даже самая лучшая, мне сложно сказать, но... 100 пудов одна из самых лучших. Просто у меня, например, дверки не открываются, а у меня есть в коллекции машинки, в которых двери открываются. Поэтому, конечно, те тачки ценятся покруче. Вот. Но если бы у этой двери еще открывались, это был вообще пиздец. Вот. Но двери не открываются. Тем не менее, модель супер-пупер охеренная. Вот. И смолы сделана, то есть это не металлическая. Тем не менее, весит она достаточно прилично. Но все равно не металлическая, но и не пушинка. Вот, тут, конечно, соплелись и супер хорошая детализация, и супер хороший дизайн самого автомобиля, да. И что еще? И так, значит, детализация, сам автомобиль. А, и еще то, что автомобиль имеет квадратичные черты лица, да, то есть это очень важно на самом деле для. Все время красивее выглядят модели, которые вот имитационные, типа компьютерные игры, да. Вот такие вот автомодели, которые все-таки попроще, попроще в геометрии, потому что прямые линии, естественно, проще изобразить достоверно, чем когда какие-то изогнутые, овальные. Именно поэтому такие машинки, они получаются еще более лучше. Вот. Ну и вообще, дизайн Гелика, это, сами понимаете, это, ну, это шедевр, это как картина Пикассо, по сути. Вот я говорил до этого модельку одну там делал, что это как Пикассо, но она была там в 3 экземплярах выпущена. Это, конечно, выпускается миллионами. Но, тем не менее, дизайн его совершенствовался, потому что, несмотря на то, что Гелик вообще, по сути, имеет такой же дизайн, как в начале пути своего, да, это был вообще военный внедорожник, типа нашего УАЗика, это германский и немецкий УАЗик, вот, тем не менее, все равно дизайн вот в каких-то мелочах, он совершенствуется и оттачивается, и становится еще более крутым, а в обвесе Брабуса, да, здесь же применен обвес Брабуса, становятся вот эти вот детали еще более подчеркиваются и становятся еще более круто, потому что вот буква Б это не Mercedes, а Brabus, да, вот передний бампер, естественно, это обвес, вот эти даже дуги, хотя дуги вообще-то не знаю, но вот эти вот полосочки, вот это все обвес, и это имеет громадное значение, даже капот, скорее всего, кастомный, потому что вот здесь вот вот эти вот волны, вот эта выпуклость, я не уверен, что есть на оригинальном. Может, и есть, правда, хз, я не дрочу, как бы, на эту модель, хотя я считаю крутой. Но я считаю, как бы, что она в плане дизайна, она, конечно, охуенна, но, конечно, скоростные характеристики ее стали желать лучшего, потому что, во-первых, тяжелый достаточно, хотя не такой уж он и большой, в общем-то, так как эта модель древняя по своему конструктиву, она не является таким уж большим внедорожником. Раньше-то все-таки машинки помельче были, помельче, чем сейчас гораздо. Вот, и плюс вот этот дизайн, да, как у восьмерки ВАЗа, то есть, ну, или там классики, то есть, это бревно, короче, штопор полный, да, то есть, естественно, там аэродинамика просто никакая, естественно, он ехать быстро не может, там всякие BMW X5, они, конечно, обоссут. Вот, тем не менее, дизайн шедевральный, у него все офигенно, у него боковина, задок, посмотрите, насколько... уникальный, охеренный, кончеобразный задок. Это просто, ну, просто невероятно, как все сделано. Среди всех внедорожников, я не знаю, есть ли вообще более красивые. Да, есть неплохие BMW X5, причем в E70 кузове, а не вот в этом, не в современном, в 15.
Но они все, они современные, они не такие. А вот этот, конечно, квадратичный, он, конечно, ну, просто реально шедевр. Хоть и шедевры не бывают обычно шедеврами в массовом, да, в массовом выпуске, а это все-таки массовый автомобиль, до сих пор выпускается, хотя сколько, может, там 30-40 лет. Ну, вот, тем не менее, они добились этого, скрутка Мерседеса, Брабуса, всего вот этого, гениев, так сказать. Вот, колеса, как видим, крутятся, но очень плохо. Задние еще кое-как, но, видите, сразу гаснут. Ну, в принципе, усилие небольшое, но гаснут сразу. Спереди вообще плохо крутится. Есть такая вот мини-антенка сверху, ее будет не сломать, потому что она супер милипизерная, ее сломаешь, не заметишь. Вот, давайте перейдем к самой модели. В общем, мини-чампс, выпуск всего лишь 300 в этом цвете, 300 экземпляров, потому что в разных цветах может там и 1000 быть. Вот у меня есть другой, да, в другом цвете, другого года, там 1000 экземпляров. Вот, что тоже не очень много, но прилично много, а 300 это гораздо меньше. Белый для моделек шикарный, но я говорил, что белое в основном не беру, потому что это из смолы, офигенные щели, зазоры, сейчас мы про это поговорим, и выглядит шикардос. А вот если из металла, обычно там щели, наоборот, в белом цвете очень фиговые, потому что как-то белый цвет, она то ли жирная очень краска, она заливает эти щели, и, в общем, в большинстве случаев это залитое дерьмо на самом деле, поэтому я белое особо не беру. Вот, но вот именно для этой модели, вот именно вот прям для этой, белый цвет супер шикарный. Также отметим красный цвет салона, о чем я в последнее время говорю, что красный цвет салона это самый роскошный цвет именно для модели. То есть в реальной жизни там может еще какой-нибудь бежевый, кожа там оранжевый, да, вот такие цвета хороши. Ну тут может быть тоже, но тут обычно не делают такие цвета. Вот красный в основном броско смотрится и именно для модельки, понятно, в реальной жизни там. Ну в реальной жизни тоже красный хорош, но красный все-таки это что-то такое-то, цвет пизды какой-то, да, то есть для телок, поэтому в реальной жизни это не так, все-таки красный берут. А вот именно для модельки это охеренно смотрится, там белая прострочка, если видно, не знаю, там вот так вроде как, смотрю, как темновато, хотя на самом деле света до хера. Вот, ну давайте перейдем уже к самой модели, что-то можно сказать. Очень большие колеса, это я имею в виду у самой модели, как у Брабуса, да, потому что, ну, Брабус, это, сами понимаете, это тюнинг ателье, тут 22, 23 дюйма, ну, может, 21. Смотрится шикарно, конечно. Естественно, это премиум качество от мини-чампса. Они раньше в основном железо делали, но в последнее время стали из смолы делать. И крутейшее качество, в общем-то, как даже, может, лучше LookSmart на самом деле. У меня LookSmart одна штучка есть, другие знаю. Но не всегда там у LookSmart, кстати, хорошо, а стоит дорого. То есть вот мини-чампс стоит в смоле дешевле, а при этом качество, наверное, пожалуй, даже выше. Вот, поэтому здесь по пропорциям говорить вообще нечего. Тем более, как я сказал, внедорожник, по сути, квадратичный, и это еще проще пропорции передать. Вот, здесь, конечно, все идеально, все супер. Тем не менее, отмечу, я вот не посмотрел, хотел посмотреть, да похер. Очень супер маленькие тормозные диски, обратите внимание, они как будто такие. То есть они супер маленькие. Их диаметр просто милипизерный. Тем не менее, суппорта красного цвета, это тоже хорошо, но я думаю, это реалистично. Но вот мне кажется, это неправильно. Они еще, кстати, одинаково по ходу диаметра спереди и сзади. Все-таки диаметр тормозных дисков должен быть, как мне кажется, на Брабусе гораздо больше. Но это можно загуглить. В принципе, меня это особо не интересует, потому что я бы не стал не покупать эту модель из-за того, что у нее там диски не соответствуют реальности. Она все равно охеренная. Вот, сверху тоже вот видим рельеф. Крыши, все очень четко, очень глубокие, очень четкие, очень прямые прорези. А фишка в том, что для смолы часто бывают какие-то вот эти линии все-таки какие-то кривоватые на самом деле. У меня есть вот моделька, например, Neo E38. Ну, она вот из смолы, и Neo такой неплохой бренд, но не топовый. Но она выглядит все-таки слегка кривоватой. Вот. Хотя вот она округлая, поэтому там, конечно, тяжелее все это передать. Вот, дальше что? Прорези, да, двери, дверные проемы, мы так сказать. Ну, здесь, конечно, офигенно, очень четкие, тоненькие, достаточно глубокие. Ну, в принципе, на смоле они супер глубокими не бывают. На смоле они имеют определенную глубину, но очень четко смотрятся. Вот. Вычерчено, как будто на уроке, так сказать, черчения, да? Чертила, так сказать, начертили. Вот, офигенно, в общем, выглядит. Очень четко, глубже, ну для смолы не делают глубже, поэтому этого, можно сказать, не бывает. Поэтому тут бесполезно об этом спорить. Кстати, тут что заметил, кривоватые патрубки, скорее всего, с этой стороны, видите, они
чуть-чуть вниз идет. Вот последний патрубок, он ниже, чем передний. А, причем вот с другой стороны, по-моему, такого косяка, хотя нет, такой же. Я не думаю, что в реале это так. То есть, мне кажется, он прилегает. Он, видите, он не прилегает вплотную. Хотя хз, на самом деле, они такие задроты, что любят именно как вот в реале делать. Ну, сложно мне сказать, насколько это правильно. Вот, дальше что? Передок давайте посмотрим. Ну, на передке, конечно, разочарование, потому что сетка снизу не сделана сплошняком, текстуркой. То, о чем я говорю. Одно дело на модельках дешевых, это ладно, понятно. Но на такой очень дорогой модели сплошняком это, конечно, очень фигово. Потому что я точно знаю, что на некоторых моделях, ну, может, других производителей эту сетку однозначно делают, ну, как нужно. Даже вот на Lamborghini Countach, я не помню, там была сетка или нет, вот я обзор делал, может там, вот там может была сетка, сеткой, так сказать. И здесь тоже сплошняком, но здесь она более мелкая, то есть если бы они, например, здесь сделали сплошняком на радиаторе, то это было бы еще ладно, потому что она очень мелкая там, но здесь она покрупнее, здесь могли бы сделать и полигонами. Вот так-то передок, естественно, в остальном он, естественно, очень ровный, насколько это можно. Ну, все равно выглядит не супер четко, потому что это, видимо, особенности масштаба. То есть не могут в данном масштабе, ну, по крайней мере, при такой цене передавать все супер. Потому что если в 18-м масштабе смотреть, там, конечно, это вот выглядит практически как реальный автомобиль. Здесь это все-таки так не выглядит, есть какая-то все-таки небольшая какая-то вот есть мультяшность. Вот, мне кажется, все-таки вот очень сильно она связана вот с этой сеткой. Ты сразу видишь сетка какую-то фуфло. Вот. Но все равно в целом достаточно ровно. Так, два этих, два дворника. Очень таких, очень милипиздрических, супер-супер таких. Прям такие мили-милипиздрические. Салон по салону там, ну там все нормально сделано, круто. Там вы не увидите, конечно. Там надо как-то извращаться, чтобы это все увидеть. Там он и покрашен в красный, плюс серебристым цветом детали. То есть там все круто. На дверях там какие-то белый цвет, то есть очень прикольно. Но все равно дверь не открывается, особо там не посмотришь. Вот, дальше что? Давайте зад посмотрим. Ну, зад тоже офигенный, но опять же за счет дизайна самого автомобиля, что он такой квадратичный, смотрится, ну, конечно, легенда. Кстати, чем-то все равно на УАЗик Хантер похож. Или Сибир, по-моему, на Хантер. Вот. Ну, чем-то, конечно, это, конечно, шикарный, а Хантер это колхозный дизайн. Вот здесь надписи Брабус, кстати, номеров нету, ну, вместо номеров на надписи Брабус. В принципе, в данном случае это выглядит достаточно логичным, хотя все равно номера бы, наверное, выглядели получше. Потому что надпись Брабус и так есть, вот тут, вот, например, Брабус. Вот. Ну, сзади, конечно, круто, здесь вот тоже вот эта вот надпись слева Брабус, а здесь вот как раз надпись B63. О, давайте посмотрим, что у нас снизу. Снизу такое дно простенькое. Вроде что-то и есть, да, не сплошняком, но в то же время как-то это все очень простенько. Кстати, вот походу это именно на смоляных моделях все время простенько. А, есть у меня такое подозрение. По крайней мере, часто такая херня. Потому что если мы посмотрим, то увидим, что, ну да, дно очень-очень простое. Здесь практически все текстуркой сделано. Смотрите, здесь нет даже отдельных элементов. Когда на железных моделях, причем небольшой стоимости, это все делается, зачастую имеет хорошую геометрию. Здесь все очень простенько. Ладно, хер с ним, с дном. В принципе, дно это самое последнее место, куда люди смотрят. И реально это, оно реально вообще, можно сказать, не нужно. Его не видно. И поэтому, в общем, дно это дно. Но, тем не менее, приятно, когда оно нормально сделано. Вот. Ну, понятно, справа все то же самое, что и слева. Вот. Ну, что еще можно сказать про модельку, да? Не знаю, на самом деле, большинство я сказал моментов, что она, во-первых, весьма дорогая, в-третьих, мини-чампс, в-четвертых, очень ограниченный тираж, в-пятых, шикарный белый цвет, который есть в черном таком цвете, ну, вот у меня еще в сером, но в сером это другая модель, вот именно такая есть в черном еще. Но черный я уже миллион раз говорил, что плохо видно, в принципе, взял бы и черный, на самом деле, но дорого стоит, поэтому деньгами разбазариваться не хочется. Хотя модель, конечно, супер шикарная, супер охеренная, супер прям. Вот. И белый цвет, в пятый раз повторюсь, конечно, шикардос идет. Но вот диски, блин, не верю я, что они такие прям милипизерные, что они остановят. В любом случае должны быть гораздо больше. Вот. Пусть даже не всю область занимать, хотя у всех спортивных тачек обычно практически все вот внутри диска, да, всю область занимает тормозной диск. Вот. Здесь какие-то такие прям. Вот. Оказия, так сказать. Вот. Но спереди, конечно, все-таки вот пипец сильно бесит, что вот
Вот это тут очень плохо. Ну, конечно, когда сделают модельки, чтобы здесь все сеточки были полигонами, и когда дверки, чтобы все открывалось, это была бы такая модель. Просто уходи в монастырь, понимаете? Просто все в этой жизни исполнилось, всего достиг, все вообще. Вот. Ну, понятно, в 18 размере все эти модели есть, которые все открывается. Но 18 размер, я уже много раз говорил, занимает больше места, существенно дороже, особенно многие модели там. Всякие модели знаменитые, которые однозначно надо иметь, они стоят 20-25 тысяч, и это супер дорого. Вот, поэтому 18 размер это для олигархов, а не для нас, нищих крестьян. Вот, 43-й, он еще места мало занимает. Дело даже не в том, что у тебя там пятикомнатная квартира должна быть, а все равно, почему коллекция у тебя должна занимать, там, не знаю, целую комнату, понимаете, это тоже стрёмно, а в 43-м занимает гораздо меньше места. Вот, тем не менее, внедорожники они бывают с открывающимися дверьми, но очень редко. Вот Frontier, там BMW X6 делала. Я даже одно время хотел купить еще до кризиса, но она уже та, по-моему, 11,5 тысяч стоила. То есть до кризиса 11,5 тысяч стоила. Вот у нее там все дверки открываются, все, X6. Но это супер дорого, конечно, вот, я тогда не купил. Тем более, тогда донатов не было, были бы еще донаты, можно было бы купить, но тогда донатов не было, там приходилось как-то на свои деньги покупать. Вот, в общем, модель супер шикарная, я ее считаю одной из самых лучших в своей коллекции. Я бы даже не стал выделять какую-то модель самой лучшей в моей коллекции, потому что очень сложно, да, какую-то выделить. Просто лучше сказать, что она одна из самых лучших, относится к сегменту самых лучших, самых приятных автомобилей, на которые смотришь, просто глаз радуется. Глаз, можно сказать, обжигается этой красоты. Вот. Но все-таки вот эти моменты, что тормозные диски маленькие, сеточка, конечно, пипец портит. Причем и эта сеточка на самом деле сверху тоже, потому что я говорю, чуть-чуть как-то вот этот передок, он как-то все-таки игрушечно выглядит, вот именно вот в области радиатора. То есть вот, например, фары весьма прикольно сделаны, весьма прилично, хотя может тоже не совсем идеально. Вот. Но вот именно область радиатора на решетке, как-то вот, мне кажется, может немножко толстоваты вот эти вот серебристые ободки сделаны, вот именно, я говорю, это особенности масштаба, потому что в 43-м масштабе тяжело там что-то сделать. Там же, знаете, там, я вот точно не знаю, напишите в комментах, там же чем меньше размеры чего-либо, да, не обязательно модели, там другие законы физики действуют, вот поверхностное натяжение, да, вот капля. Почему? Вот смотрите, капля, она когда стекается маленькая, она в каплю. Но когда в рамках больших объектов капель не бывает, согласитесь, не бывает капли весом 1 тонна, чтобы вот где-то с водопада падала капля размером 1 тонну, понимаете? А капля вот размером с каплю есть. То есть там чем меньше размер, там свои законы физики действуют, потому что там ближе уже к размерам атома и другие вот силы поверхностного натяжения, она тоже, по-моему, зависит от размеров. Поэтому она вот чем меньше размер, тем она сильнее как бы этой силы, поэтому капля она только для маленьких вещей, а для вот такой вот капли не бывает, согласитесь, да, только если у бати с конца не капает с утра, ну, там, конечно, капли побольше бывает, вот, но так вот обычно не бывает, короче, вот, моделька просто шикарная, просто пойду подрачу на нее 2-3 раза спущу, так сказать, вот, но когда будут еще и дверьки открываться, это просто что-то будет невероятное, хотелось бы, вот так вот берешь, так, тут так. Офигенно, конечно. 18 масштабе все есть, но супер дорого стоит. Просто это уже, говорят, вот модельки постоянно тратят время, денег. Ну да, вот в 18 масштабе точно, я говорю, только для олигархов. И в 43-м еще как-то можно крутиться, как-то там туда-сюда. То в 18 масштабе это просто уже пипец какой-то. Поэтому там не стоит об этом, я даже об этом не задумываюсь, мне на это пофиг. Вот, как говорится, лучше синица в руке, чем аист где-то там. Вот. Хотя со временем, может, когда-то разбогатею, буду и 18 масштаб. Но это, конечно, пипец. Но, с другой стороны, в 18 масштабе еще плюс, что там нету такого, на самом деле, дефицита моделей, как в 43-м. В 43-м многие модели очень большая проблема достать. В 18-м я не вижу такой проблемы. Единственное, что там бывает, да, дефицитные модели, они просто дороже стоят. Но все-таки там модели все равно, я вот вижу, проще как-то вот именно купить какие-то, потому что в 43-м некоторые модели даже по любой стоимости не продаются. То есть есть часть моделей, которые стоят дорого, да, но есть модели, которые ты их вообще хер найдешь по любой стоимости. А в 18-м масштабе, мне кажется, там все-таки можно все, можно сказать, найти. Вот, пакет въебт.